Начали мы эти мероприятия, предусмотренные указом про мобилизацию, 20 января, начали первые повестки разносить. И в соответствии с тем планом, который мы получили, поставки МОП мобилизационных ресурсов, мы сейчас проводим мобилизацию на территории области. План мобилизации в целом выполняется. Скажем, на данный момент от тех чисел, которые мы должны были поставить мобилизационные ресурсы, мы план выполняем на 70-75% в целом за область. Сразу хочу добавить, что все, кто по мобилизации призывается, сразу в зону АТО не направляются. И будут туда направлены или нет, это очень большой вопрос. Они направляются в учебные подразделения, где проходят обновление своих базовых умений, как военнообязанные. После этого будет назначен состав конкретной части, и в зависимости от того, будет ли часть участвовать в АТО или нет, уже конкретный человек будет или направлен в зону АТО, или не направлен в зону АТО. Кроме поступления по мобилизации на воинскую службу, это, в принципе, законно предусмотрено в обязательном порядке, сейчас есть такое понятие краткосрочный контракт. Он предусматривает принятие на воинскую службу на период проведения АТО. После объявления демобилизации человек может по этому контракту уволиться. Или уже заключить новый контракт для прохождения службы как военнослужащий военнослужбы за контрактом. Выплаты такие же, как и у тех, кто заключил контракт полноценный, то есть рядовой получает от 2500, если не участвует в зоне АТО, и в зоне АТО уже в зависимости от выполнения задач, там суммы сейчас, вы знаете, меняются, скажем так, 7-8 тысяч рядовой. Ну и офицеров, соответственно, если он находится в зоне АТО, то где-то от 12-15 тысяч, и в зависимости от того, участвует непосредственно в боевых действиях или нет, какие сейчас вот Кабмин примет изменения. Некоторые добровольцы жалуются на то, что им отказывают в военном комиссариате в приеме на воинскую службу. Мы им отказываем только в одном случае, если человек не прошел медкомиссию по состоянию здоровья не годен. Вы сами понимаете, если мы возьмем хронически больного человека и отправим его, скажем так, в полевые условия, и ему останется какое-то обострение хронического заболевания, и вовремя не окажут квалифицированную помощь, это может привести к тяжелым или увечьям, или даже к гибели. Поэтому тем, кто по состоянию здоровья нам не подходит, мы категорически отказываем, потому что нельзя рисковать жизнью этого человека, изначально уже зная, закладывает. Всем остальным отказа нет, мы уже смотрим, какую он специальность или владеет, или не владеет. Уже конкретно по добровольцам индивидуально принимаем по всем решениям.